Да, первый раз моя нога ступила на эти ступеньки в 1986 году, то есть 37 лет назад, когда я в конце лета сдавал здесь вступительные экзамены, математика и латышский. Думал, ладно, математика, но латышский зачем? Ведь иду на обслуживание станков. Ну, хотя бы физика было бы понятно. Так и не понял тогда. Но сдал оба экзамена по максимальному баллу. В общем, я был уверен, что в 2023 году не будет денег, победит коммунизм или что-то подобное ему. Люди будут жить еще лучше, чем в конце 80-х годов 20 века. Смогут при помощи Google Транслейта говорить не парясь, каждый на своем языке, но все будут друг друга понимать. Счастье, радость, беззаботность, удовольствие. Робот-пылесос. Вместо этого моя 70-летняя мама идет сдавать латышский язык, чтобы ее не выгнали из страны. Жестко звучит, но это, к сожалению, правда. Ладно, язык она знает, но сама процедура наводит уныние. Да как мы до этого докатились? Здание это выглядит уже по-современному. Зайдем вовнутрь, потому что можно. Вот наш гардероб, где мы стояли в очереди за своими рваными пальтишками. Спрашиваю у охранника. Он вежливо отвечает: «Пожалуйста, проходите». Лестница, изменившаяся до неузнаваемости. Добавили турникет для инвалидов, на минуточку сделанный из нержавейки. Европа, хули. А вот и поворот в А это старое коридор здание, туда. где Ага, учительская, учительская. кабинеты и пожарный кран, который мы случайно открыли, и Вот он этот оттуда пожарный обильно кран. полилась на пол ржавая вода. Прямо под ноги вышедшему из учительской директору и немного обрызгало ему Мне во сне ботинки. снилось, как Потом я мы тут писали хожу. объяснительную, пытаясь не смеяться, что плохо получалось. Электричку водителям Поднимем электрички все нужно выше, водить. к актовому Нет, залу. актовый Мне зал, там должны по-моему. были вручить комсомольский билет. Я Поднимемся. ждал. Юноша, что вызывал людей для вручения, так херово прочитал мою фамилию, что я не понял, это я или Киацкуатль. Забыл И все, на пиздец. всякий случай не вышел. Смотри-ка, лестница осталась А прежней. лестница-то Помню эти вон изломы. какая. И вроде бы та же краска. Недаром после Старая печка. реконструкции здания под еврофонды директор Скутер уехал в Америку на вроде ПМЖ. куска. Шутка. Он просто уехал, Да все, реконструкцию пока. сделали после него. Еще у нас был препод по фамилии Михаил Фридман. Ничего не напоминает? Он уехал после удачной продажи техникума государству. Это тоже шутка. Давай-ка поднимемся на самый верх. Ну, лестница такая же, как и внизу. Нет надписей «хуй» на стене. Так и нету сообщений о том, кто является блядью. Да, ушла эпоха. Может вернуться и в старом здании посмотреть. Ладно. Такой мой техникум, современный, напичканный мониторами, а также старый, без ремонта, неоднозначный. Хочется в столовую взять шницеля с пюре и капустой по 33 копейки, заесть вкуснейшим хлебным супом, потом на лекции морить однокурсников своими выхлопными газами. И чтобы кассирша в красной шапочке и свисающей с нижней губы сигаретой сказала бы тебе какую-нибудь сальную фразу своим хриплым голосом. Да, где это все? Только в памяти, вот где. Да, чуть не забыл. Так, почему тогда, в 1986 году, на вступительных экзаменах нужен был латышский язык? Да потому что много приезжало людей из союзных республик. Высоковато, Приезжали в подоконники Латвию. низковаты. Пятый Приехали этаж, в ребята, Латвию вы учить помните латышский что-нибудь язык, из био лет? Ни мать. хера не помню. Ну, а мы выходим.
Спасибо за теплые воспоминания. Зайду еще лет через 15. Ну, в принципе, ну, в холодных тонах сделано. Четвертый этаж. Здесь черчение, что ли, было. Все такое новое. Все-таки Валс техникумс. Государственный техникум. Парадная лестница, конечно, сделана, что надо. Вот тоже какая-то хрень происходит. Здесь можно положить свой планшет Apple, этот Pro, iPad Pro, и нарисовать картину пальцем. Вот батарея большая. Да, вот это вот, бля, старое здание. Переход этот. Где Лёва эту дверь ногой открывал, помнится, с носка. И причем нога попадала на уровне лица человека. Юридический колледж. Сюда надо пойти. Все, выходим.